Итак, начинаются решающие матчи Золотого Кубка Конференции А. Сейчас играют Комус и Зарубежнефть. Команды, которые отмечались еще до начала наших игр как фавориты этого турнира. Сейчас у Комуса 4 очка, у Зарубежнефти 3. И в спину дышит Московский кредитный банк. У них тоже 3 балла. Если выигрывает Комус, то становится недосягаемым для соперников. 7 очков. Столько уже никто не наберет. Если выигрывает Зарубежнефть, то по очкам может догнать Московский кредитный банк. И тогда мы будем сравнивать команды по личным встречам. И здесь будет преимущество у Московского кредитного банка. Так что если выиграет Зарубежнефть, велика вероятность того, что вообще МКБ может стать первым, Зарубежнефть второй, а Комус только третий. Вариантов очень много. Сейчас Комус, Зарубежнефть. В заключительном матче сыграют Московский кредитный банк и Inline Group. Ну и вообще интересно, что будет, если случится ничья. Когда все дополнительно перемешается у нас в таблице кубка. Зарубежнефть в ходе регулярного первенства уступила Комусу, проиграла со счетом 2-5. Ну, в принципе, бой дала. Но это не пас своему вратарю. Там стелился игрок в подкате, просто выносил мяч. И так случилось, что потом снаряд попал вратарю в руки. Можешь мне чеку заварить без сахара? И двойной стаканчик. Я сегодня могу себе позволить. Чкунов. Вообще без сахара. Ты вообще без сахара? Straight on. Я опасен. Ты, наверное, наслаждаешься, да? Типа как китайский монах. Чкунов к мячу успевает. Отсутствующих сегодня много и в составе Зарубежнефти, и в составе Комуса. Так что играют команды сегодня такими полуторными составами. Спасибо. Не, все шикарно. Данилков. Комус пытается пройти по центру, удар немного не точен. Численное преимущество у Зарубежнефти. Чкунов показал, что именно он будет мяч забирать. А после этой игры будем лотоху делать и вручать. У нас это Ларионов. Да. То есть я не помню. А, и все, потом один из нас даже. Да,
набирает скорость Комус. Кстати, вот это вот Данилка, он давно еще? Да? Да? Да. Может, я вот до этого он не приходил, либо я не знаю. Ну, давно, да. Сыграно больше 5 минут. Конечно, ждем мы забитые мячи. Нарушение правил. Белым полком. А как ее делать? Спросить, в каждый или нет? На дальнюю, ребят! Саш, занимай дальнюю штангу! Дальнюю занимай! Занимай дальнюю штангу! Может, я просто вратарь-защитник нападающий таким махом? Удар четко в стенку. Дивизион. Давай, растягивай, иди сюда. Нет, спроси, как бы в каждом кубке, в каждом кубке дивизионе. Сереж, право, спина, Сай, на свое место веди. Или он. Хорошо, Сереж. Отдай его. Топ, топ, терпи. Гадай. Сказал, на своих задних, давай. Данилков заигрывается в дриблинге. Конечно, здорово действует, но здесь можно и партнеров обвинить. Значит, недостаточно открываются и поддерживают атаку. Ух, какой мощный удар. Ларионов выводит за рубеж нефть вперед. Спроси у Киры, может, еще у него есть. Кира предлагает, я Кира. Да он, говорю, как бабушка с пирожками. Кира сегодня прославляет. Как ты с колбасой? Тоже берет, берет хороший пример положительный. Не, я понимаю, что эти вещи нельзя сравнивать. Что за колбаса? Ну что, ну колбаса. Не, Сереж, один. Я ни разу не видел, что еще одна атака за рубеж нефти. Ух, как пас сейчас неудачно пришел. Что называется, не в ногу. Чекунов пожонглировал немного мячом. Игра рукой. Давай, давай, тебе ошибся. Играй. Давай. Просим, просим, просим. Не, в шире встань. Поставлена стенка. Очень мощно и очень неточно. Хотя этот игрок сегодня забивал и забивал красиво. Меньше минуты до перерыва. Я просто думаю, десятку брать. Потоже надо. Серия ударов. Чекунов утверждает статус одного из самых опытных и самых мастеровитых голкиперов. Удары Чекунов здесь просто взглядом провожал мяч. Немного не получилось пробить через себя. И, видимо, на этом закончится первый тайм. Да, второй гол не успевает забить за рубеж нефть.
Второй тайм начинается, и сразу опасная атака Комуса. Им нужно отыгрываться, пока уступают 0-1. И если сейчас не выиграют, могут оказаться и на третьем месте. Но как бы бронза Комус явно не устраивает после регулярного чемпионата, который они прошли без единого поражения, даже без единой ничьей. Данилков отнимают у него. Еще один! Илюш, сюда! Вниз, все! Лево, лево, Сережа! Илья! Право, Илья! Илья! Илья, право! Вот здесь у тебя игрок придет! Я составляю, Илья! Назад, помоги, Илюш! Пока никто не может зацепиться за мяч, ни за рубеж нефть, ни Комус. Одни сплошные потери и ошибки. Зарубеж нефть забивает второй. Очень хладнокровно. Игрок делает дубль. 20-12. И теперь Комусу нужно переворачивать игру. Серега! Данилгов бьет. В отсутствие Сурова, в отсутствие Коновода, Данилков, конечно, самый активный. Его фамилию называем чаще остальных. Можете еще подлить. Не, спасибо. Ну что, если где твои хлопки? А вот Комуса на чужой половине. Срывается сейчас быстрая атака с рубеж нефти. Устали идти и другие. Третий матч проводят за день. Почти без перерывов. Она как на камере синхронизирована. Больше на контроль, больше мяч, Коль! Игорь, чуть-чуть отвались еще! Ларионов. Неплохой по задумке прострел. Денис, твой левый игрок. Игорь, ты здесь. Денис! Давай, давай. Игорь, внимание. Я шуты, как? Вот сюда, вот сюда. Данилков начинает атаку. Я сыграю.
Последний момент, защитник делает вынос. Кажется, что открылось у Комуса второе дыхание. Серии ударов Иванушкин забирает. Давай протоколчики. Пойдем, Яша. Удар Чигунова, мяч попал. И тайм-аут берет за рубеж нефть. Я добавлю. Отметьте на табло тайм-аут. Тайм-аут окончен. Игра продолжается при счете 2-0. И еще тайм-аут остается Комуса. Не туда поставил ты тайм-аут. Зарубишь нефть. Зарубишь нефть. Старается действовать без риска. Все-таки начинается концовка встречи. Все, что им нужно, это удержать счет. В игре сохранили или нет? От ворот будет водиться. Пас на центр штрафной. Третий гол забивает за рубеж нефть. Перенеси пока, да. А? Ну, занеси туда, да. Я же тебя спрашивал, типа, норм, ты сказал, да? Ну, мне надо, чтобы была вот эта. Я понял, дай мне Midlife, Capital Life. Ребята, не знаешь, что он стоит, а работай. Вот и все, напрягай. Комус не сдастся, даже при том, что три мяча отыграть за 2.5 минуты. Ну, в такой игре вряд ли получится. Но важна еще и разница забитых пропущенных мячей. Иванушкин, как мне показалось, все-таки ошибся. Далековато вышел из ворот. В итоге Комус забивает. 1-3 у нас счет. Чекунов сейчас руководит построениями защитников. Мяч ушел за линию. Так, лотерейку сейчас надо разыграть. Вперед. И этого наградить надо. Ночник тогда с него. Идет последняя чистая минута. На троих раскатывают атаку в чужой штрафной футболисты за рубеж нефти. Теперь придется возвращаться обратно. Спроси номера, какие там блато. Сейчас я могу не угадать. Двадцать секунд до конца. Дай мне протокол за рубеж нефти какой-нибудь. Там.
снять что-то кого. Что дома есть? Дома есть, я. Просто нет. 4 секунды. И будет дан финальный свисток. Понятно, что Зарубежнефть победит. Вопрос, каким счетом? Ну, с тем же, который был на табло 3-1.